Эй, ребята! А кто это тут? Да, это я! Боб! Давайте вместе смотреть улицу знаний! Привет, ребята! Я диджей-паровозик Боб! Добро пожаловать на наше шоу звуков! Участники этого шоу — буквы алфавита. Разве не здорово? Они будут петь, танцевать и научат нас произносить звуки. А теперь давайте-ка поприветствуем наше замечательное жюри! Судьи, вы готовы? Да, Боб! Прошу вас поприветствовать очаровательную мисс Кью! Я очаровательная особа, слов со мной вначале немного. Кью-кью-кью, так меня зовут. Кью-кью-кью, давайте вместе повторять. Кью-кью-кью! Наша мисс Кью королева, мила и красива, корону надела. Ква-ква-квин, королева! Один за другим мы стоим, длинной линией мы стоим. Кью-кью-кью, очередь! Мама велит всем не шуметь, ночь пришла, время тихо сопеть. Ква-ква-квайт, ква-ква-квайт! Перепел очень редкая птица, на месте ему никогда не сидится. Кью-кью-квейл, кью-кью-квейл. Слышите кря-кря-кря вдалеке? Это уток отряд топает к реке. Квак-квак-квак, кря-кря-кря. Во что можно укутаться в мороз, чтоб зимой не отморозить нос? Кью-кью-квилт, кью-кью-квилт. В конце предложения мы ставим вопрос, когда хотим что-то спросить. Ква-ква-квестшн, ква-ква-квестшн. Есть целая половина и четверть ее, можно самим замерить. Кью-кью-квотер, кью-кью-квотер. Милая, чудесная мисс Кью, позвольте вас поблагодарить. Судьи, ставьте баллы, мисс Кью устала. Сообразительно, по-королевски, развлекательно, заковыристо. Спасибо, мисс Кью. Мы вернемся совсем скоро, но уже с другими буквами алфавита. А пока, адьос! Привет, ребята! Посмотрите видео еще раз и посчитайте, сколько у нас получилось слов с буквами алфавита в этом эпизоде. Не забудьте написать ваши ответы в поле для комментариев ниже. Спасибо!